Чуваки, стойте, мы споем, давайте мы хотя бы споем, не надо сбивать. Просто споем хотя бы. Пожалуйста, дайте нам спеть. Королева, пожалуйста, дайте нам спеть. Мы все-таки что, зря сцену что ли строили? А потом уже сможете нас сказать. Тем более вам нравились треки мои, а тут вместе с демастером. Да, королева, послушайте, все хотят, чтобы мы спели. Все, говорит, ладно, фу, повезло. Да, давайте, вон, споем. Блядь, перед этим должен сказать всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Бравлер The Master. Также с мной еще Бравлер Кольтус, да, Кольтус. Да, всем привет, реки, друзья. Да, мы сегодня выступаем в аду, да? Да. Ну, Кольтус, давай, бит, давай. Всё, биточек, ладно, погнали. Yeah. MC Кольтус, покоритель туз. Йо! Дэм мастер знает своего дела. Perfect! Йо! Адский народ, никто не урод. Это мы читаем и не унываем. В наших ушах рэп играет, демонов изгоняет. И стремительно нашу кровь разгоняет. Королева договорила то, что любит, то, что хочет пожениться. Но мне этого не надо. Я хотела одно, жить и любовь. Но она наврала и захватила все. Захватила все. Королева Ада. Захватила. Это королева Ада. Йоу, привет, мне важно, сколько тебе лет. Хоть ты и королева, мне пофиг. Пошел-ка я налево. Мне нравится вату, но все равно лучше в раю. Я люблю адский народ, но королеву не люблю. Вечно хочешь грибы, вечно что-то хочет. Хотела, ничего королева не хочет. Ну и гори в свою могу, как больше же помогу. Я, пожалуй, к себе домой погоню, бит Кольтусу передаю. Власть ада завалила всех грибами. Я не знаю, как это все объяснить нормальными словами. Сегодня с вами The Master и Кольтус. А пошла-ка ты, королева, на Северный полюс. Как вам такое? Да, отлично получилось, считаю. Вот так вот королева не ждала такого поворота от нас с Кольтусом, да? Да. Да, и у меня еще есть одна лирическая песня, но сначала хочу кое-что сказать. Вы все адский народ, чувствуете давление со стороны королевы, да, вот сажает тех, кто и служит, ничего не делает, да, ничего, просто постоянно херачит вас, да. Ты, стражник, бросай оружие, она потом тебя посадит. Вот, посмотрите, ворон, где ворон? Ворон может подтвердить, был тоже стражником, его тоже скинули. Короче, предлагаю свергнуть королеву. Кольтус должен рассказать вам кое-что очень важное. Вы думаете, что Кольтус убил ее сестру, да? Но вспомните, как чело было при ее сестре, а? При сестре королевы. Это она все подстроила. Кольтус, расскажи, как все было. На самом деле было все так. Она заставила меня убить ее, чтобы захватить власть. И на самом деле я убил королеву не когда она была в живой форме. Я наоборот ее спас. Ее успела ударить молния. И тогда, когда она уже превратилась в монстра, или не знаю, как это объяснить, тогда я убил ее, чтобы спасти ее душу. А она хотела просто захватить власть и управлять всем. Видите, она все время от вас требует грибы и все подобное. А королева прошлое ничего не требовала. Золото требует, вообще жесть. Да, в общем, надо ее свергнуть. Вы должны жить в мире, в спокойствии. Да, вам нужен новый король или королева, неважно, сами вы выберите на своих демократических выборах, каких-нибудь сделайте. Я считаю, это будет правильно. Свергнуть! Согласен. Да, кто с того, чтобы свергнуть? Хватайте королеву, давайте, хватайте ее! Так, вы знаете, стойте, мы придумали, как от нее избавиться, чтобы она никогда не сбежала и не мешала вам. Так, Динамайк, открывай! Отойди, Кольтус. Динамайк, открывай. И надо ее сбросить, всё. Давайте. Вот сюда сбрасываем ее, ребят, давайте. Она больше сюда. Никогда не мешает. Давайте, этот портал. Сюда. Давайте, закидывайте ее, закидывайте ее в портал. Да, все, минус королева. Так, ребят, Динамайк, закрой пока сюда вход, ну, чтобы никто не упал случайно. Давай, закрывай. Да, надо закрыть, а иначе кто-нибудь упадет. Да, кто-нибудь упадет, пока лучше, чтобы никто не упал. Так, ребята, давайте обратно, займите свои места в зале,
Так, микрофон, конечно, случайно провалился тоже в портал, но ничего страшного, я для вас пою прям так. Так, поставь мой бит, Динамайк, я тебе давал свой бит. Кстати, вопрос. Вопрос хотел спросить перед этим. Слышь, а ты откуда достал 15, или сколько там, 16 золотых блоков нужно было на портал-то? У Кольтуса украл, он в курсе вообще. Да, чё? Кольтус. А, где золото? Где золотой блок остался? Динамайк, ты чё? Ну, Кольтус, нужны были деньги, чтобы сделать портал, понимаешь? Боже. Там без золотых блоков он не работает. Опять обедный. Ладно, не переживай. Так, ну что ж, ребят, да? О, что это такое? Хорошо, предположим, что это микрофон, да? Грубо поломанный. Так, ну что, готовы? Это будет лирическая песня про меня и про Кольтуса. Как вы знаете, сначала расскажу историю. Да, мы с Кольтусом застряли здесь у вас в аду. Я недавно, а Кольтус провел здесь последние несколько лет. Но вот смотрите, у каждого из вас есть семья, есть близкие, да, люди, к которым можете пойти. Посмотрите друг на друга, друзья, да, то есть, к которым вы можете пойти и обратиться в тяжелую минуту, да. Вот, и каждый из вас в целом кого-то любит, кого-то уважает, с кем-то дружит. И мы с Кольтусом точно такие же, как и вы. Хоть вы в аду, а мы в другом мире. Но мы на такие же, у нас такие же сердца и такие же души, как у вас, такие же человые. И знаете, где-то там, в другом мире, нас с Кольтусом ждет семья. Нас ждут родные, нас ждут наши тоже друзья. Вы тоже стали нашими друзьями за то время, пока мы были здесь. Но те ребятки по нам скучают, и мы тоже по ним скучаем. Поэтому мы хотим вернуться, и по этому поводу я решил написать небольшой тречок. Сейчас, так, Динамайк, запускай бит. Погнали. Мы застряли в аду, почему не пойму. Как нам выбраться отсюда, не знаю я. Но нас ждут все наши друзья. Они там, где солнце, свет горит. Они там, где слышен птичий крик. Они там, где домик наш стоит. Они ждут нас домой невредимыми. Но не знаю, вернемся живыми мы. И сгнием, и обратимся. Вот такая песня, ребята. Ой, Дэб, аж слезы из глаз, просто жесть. Да. Ой-ой-ой. В общем-то, ребята, нам осталось только одно, попрощаться с вами, наверное, со всеми и отправиться. Ну, мы еще вернемся, вы, главное, портал не рушьте. Да, будем дружить, общаться. А, кстати, а кто у них теперь главным-то будет? Да, нужно решить, кто у вас теперь главным будет в городе-то, ё-моё. Вы, может, устроите это голосование? Да. Ну, мне кажется, Динамайк, иди сюда, Джин, давайте так, вы без нас, а давайте сделаем так. Типа, вы сами это сделаете, мы никак вмешиваться в вашу политику не будем. Да. А потом мы к вам приедем через месяцок, Гладик, через месяцок к вам заедем, нормально через месяцок будет. И мы уже увидим вашего нового правителя или правительницу, а? Смотрите, короче, рассказываю, как устраиваете выборы. Делаете такую урну, короче, да, с дырочкой. Каждый пишет имя, кого он хочет, закидываете туда, и потом достаете все, анонимно это делается, но достаете все, и смотрите, за кого больше имен, голосов, то ты стал... Ну да, у вас кто-то это... выигрывает. Да, только это называется уже демократия, чуваки. Про демократию можете где-нибудь почитать, может быть, Динамайк вычитает что-нибудь в книге, в библиотеке, думаю, есть такая штука. Да, в принципе, мы сможем когда-нибудь принести еще какую-нибудь книжку. Да, мы принесем вам книги, литературу про демократию. Там все расписано, всякие права, законы. Вы все будете равны, представляете, не будет... Будет как бы один главный, но он будет управлять, но вы все равно сможете выбирать новых главных и так далее, а? Угу. Как вам такая идея? Зачем? Для того, чтобы у вас было равноправное правительство, чтобы правитель не забирал себе все грибы, золото, чтобы не забирал себе все, чтобы у вас у всех было все примерно более-менее равное, а? Чтобы тот, кто много работает, много получает, а тот, кто мало работает, мало получает. То есть не равная, а если ты дофига работаешь, ты стараешься, ты трудолюбивый, у тебя есть шанс стать микрокоролем своего царства, скажем так. А если ты нихера не делаешь, ты валяешься в канаве, так и сдохнешь ты в канаве. Я думаю, это правильно. Да, и следите за Куалой Нитой, потому что она какая-то подозрительная. Не, она была, ребят, самой ближней. Да. Чуваки, мы бы забрали бы вас с собой, вон я вижу, кто-то просится, но давайте все-таки вы свой город развивайте. У вас есть грибы, а у нас есть тоже свои всякие штуки. В будущем сможем торговлю организовать, а? Да. Торговлю. Да. Мы будем вам какие-нибудь штуки из своего мира приносить, а вы нам штуки из своего. Это будет здорово. Лово портал не ломайте. Надеюсь, что Динамайк, ты уверен, что портал реально работает? Ты уверен, что все это точно все хорошо? Надеюсь, нас не отправят куда-нибудь в другое место. Да, то есть мы сейчас попадем туда, прыгнем в него, и нас кто-нибудь отправит в другое место, это будет очень плохо.
Вот, ладно, ребят, давайте, давайте, пока, прощай, удачи, увидимся, давай обнимемся. Давайте, давайте, вот так, чмоки, Нита, чмоки, вот, ты мне все время обнимаю. Не нравилась, ну, прости, что мы твою женщину забахали, но она была стервой. Так, Эль Прима, брат, ну-ка, бицуху, бицуху, покажи, покажи дэм, бицуху. Дэм, бери подарки, бери, бери от всех подарки. Подарки нам дают? Нам еды решили накидать? Опа, 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 подарки кидать, кидать. Ну, ты, знаешь, Кольту, забери себе подарки, забери себе подарки. О, лук! Да, возьми себе подарков каких-нибудь, а я пока попрощаюсь с остальными. Так, давай, иди сюда, отлично, Морди, отлично. Давай, иди сюда. Ой-ой, свина-зомби, ты что ли? Давай, давай, давай. Это свина-робот, дымайся. Свина-робо-зомби, хорошо. Так, мелкий, маленький, я бы сказал, кто, но не буду говорить, как бы, малыш. Так, давай сюда, обнимемся, оп-оп-оп, дай пятюню, давай, пятюню, давай, опа, хорошо, все, давай, опа, Спайк, не с тобой обниматься не буду, брат. Прости, конечно, но ты жжешься вообще, жесть, не это. Да, у вас есть свой способ? Знакомься. Да, но он колючий, а не жгучий. А это наш рэпер. А, рэпер, так я с ним знаком. Так я с ним знаком, да, мы с ним знакомы. Да, ты знал, что он тоже рэпчик? А я не знал, мне не говорил, представляешь? Эх. А если бы знал, мы тебя пригласили тоже с печами, слышишь? Ну, в следующий раз тогда, в следующий раз тебя это, позовем, ну, когда устроим концерт. Угу. Так, ну что ж, ребята, отойдите подальше, чтобы своим не провалиться. Так, динамайк открывай. Отойдите все назад. Ух, ой. Так, ну что ж, ребят, опять микрофон уронили. Да что ж ты будешь делать, опять микрофон? Дэм, как мы долго к этому шли. Как же долго мы к этому шли. Надеюсь, то, что все-таки портал заработал как нужно, и вся энергетика пошла, и душа... О, ну, как бы, ты убери голову-то. Было бы приятно с вами потусить. Вернемся через месяцок с подарками тоже. Привезем свои всякие крутые подарки. Вот. Давайте. Увидимся с вами, ребят, увидимся. Всем удачи. Да-да, всем удачи. Всем. И всем пока. Пока.